маленькая скрипка. Решай, не сильно. Ага, я тоже. Давай. Ну, облокоти. Что ты выбрала? Фастфуд студент. Не, я с картошкой буду. С картошкой? А скажите, можно две шаурмы? С картошкой, да? Да, мне картошка. С картошкой. Только картошка? Нет, она идет картошка. Просто картошка. Да, будет. Идет? И... Ну, две шаурмы, в общем. Стандартный, большие, да. Ты понял, еще картошка будет везде. Какая красота. А то мы всегда видим, тут очередь всегда стоит. Думаем, что тут за шаурму продают. Всегда хотела попробовать. Только когда подъехала, не поняла. Здесь три точки. Три точки? Ну да, вот это вот раз, два, и смотрю, и там три. А, да, да. Ну, по крайней мере, у вас люди есть. Значит, самое вкусное у вас, правильно? Не, ну как положено, там сколько идет. Острый уже был, да? Да. Ну, пока. Угу. Это у вас окорочка, да? Ну, мясо окорочка? Да, да. Здравствуйте. А я нужен. А, там еще есть. Тут, значит, не нужно. А вы давно здесь работаете? Я уже год. Год? Денег дай. Надо. Да, сними. Это столики ваши на улице, да? Да, да. Можно будет там, да? Да, там можно. А вот еще. Валера, тут такая красивая пицца была. Вообще. Тоненькая. А что еще тут есть? Вот гамбургеры. Вот такая красота тоже. Что? Вот шаурма. Шаурму большую, да. Еще две шаурмы. Держите. Все, жарится вообще. Ты выключила? Куда мы заехали? В общем, мы заехали... Район Алексеевка, Сельпо. Вот Сельпо здесь, да, тут целая улица у нас, шаурмерная улица, да? Да. Фастфуд студент, дальше, вон, дальше и дальше, и дальше, там сплошные одни шаурмерные. А это Сельпо. Это мы 4 километра от дома отъехали. Алексеевка. Сейчас тут покушаем. О, большие какие. Мне, да, побольше большие. Тут. Они обе. Сейчас мы за столик встанем тут. И
работает круглосуточно, кроме 6 до 9 утра перерыв. Правильно же, да? 6 до 9 утра перерыв, а так круглосуточно. Хорошо, сейчас попробуем. Вкусное ж? Сказали, вкусное или нет? Конечно, ты видишь, что здесь вкусно. А тут конкуренция большая, тут на каждом метре, тут сколько их, 3 или 4, да, у вас? Спасибо. Ну, давай, ты первая, я второй. Соус и шмоус. Ну, честно скажу, что у меня этот цвет не очень. Мне, по крайней мере. Да. Вот это сверху что-то такое, непонятно. Ну да. Это, блин, как же он называется? Соус. Не майонез. Он... Этот соус, он соус как... кисло. Не, он как этот, как же он называется? Кисло-сладкий. Угу. Да, сливовый какой-то. Пемали, типа такого. Ну да, да, интересно. Ну что поинтересно. А слон? Ну что новое? Я хоть приходи говорить, что я доел. Да? Да, вот тут у тебя майонез. Да, что ты молчишь? 14-20. Так бриться надо, что ли? Все? Или нет? Да вроде все еще. Ты мне как-то разговариваем. Видите, сильно много майонеза. Не, ну он так молодец, так тоже всего. И проходняк, там пиццы, я поснимала гамбургеры здесь. И пиццы такие тоненькое тесто вообще, 50 рублей. Я грязная. Короче, соус. О, острая, я же попросила острую. Вот это остренькое тоже. Ого. Ну я хотел сказать, что один прикол. Сейчас скажи. Зачем ты ее ворочаешь? Чтобы лучше видно было. Только что подошел парень и говорит: я же вас просил без лука и картошки. Уже, ну так, где-то половина съел. Типа вы мне... Они говорят, ну типа вы не просили. А он говорит, я же вас просил, типа... А он такой поворачивается, ой, извините, говорит, давайте мы вам сейчас все переделаем. То есть они вообще без проблем, ну, бесплатно. Половину съел, да, и переделали? Да, он говорит, типа... Ну, острая, пока можно сказать, что острая. Нет, все равно классно. Нет, расскажи, что ты слышишь. А что мне рассказывать? Во-первых, я все сняла. Давай покажи. А, там и так было видно, что там. Я все сняла. Что сделается, что сказала? Вот, да. Видишь, какой-то, смотрите, овощем-то красным каким-то обрам. Хватит ее дергать. Вот, вот так можешь поднести и сказать. Вот, посмотрите, если что-то хочется. Капустка свежая, огурцы. Нет, я заметила, корейская морковка еще, петрушка очень сильно так режет. Ну, а размер? Размер большой. Ну, поменьше, чем размер? Самое все равно, да? Да, все равно меньше. Нет, очень даже неплохо, но все равно картошка как-то вкусная. Ну, короче, вроде вкусно, а вроде непонятно. Не, хорошо. Не, ну скажем так, шаурма любая вкусная. Блин, ну, я ну, еще короче... не попадалась на вкусно. Любая как, шаурма вкусная. Как сказать? Но... Это, ладно, я скажу, это лично мое мнение. Мне все равно. Кто что подумает? Ну, вкус, ну... Вкусно, нормально, но я все равно сравниваю с шаурмой. Ну это лишнее сейчас. Мы не должны еще с вами просто должны говорить. Зачем ты с вами с кем? Ну, мы начали. Мы сейчас здесь приедем, попробуем остальные, наверное, да? Угу. Здесь их много, наверное, за то, что много людей проходит. Я так понимаю, метро рядом, Алексеевская, студентов много. Кстати, цена. Большая, 35 гривен. Да, цена, кстати, неплохая. Ну, большая, там уже стандартная считается. Я все равно не поняла. Большая, картошечка вкусная, пожарная. Большая 35, маленькая 33. 2 рубля разница. Класс. Мне нравится. Ну, именно, да, для любителей чуть-чуть остренького. Свой соус свой оригинальный. Нет, какой-то. Я же попросила. Он спросил острую, я говорю, да. Да? Надо тебе в следующий раз не острый тогда. Нет, мне острый. От острый... Нормально. Да, здесь сейчас две или три точки. Ого. Острый? Не, я люблю иногда. Ты знаешь, что
Для худеющих, кто худеет. Да. Не, летом лучше острый выбирать. Летом, да. Ну что, не течет кулек? Она чуть-чуть суховата. Да, есть. Вот, ну, кстати. Это обычно правда. В шаурме вытекает пол сюда сок. Ну, вот да. Она полностью такая, не как диетическая. Да, какие-то зелень интересная побольше. Петрушка. Да, надо просить, кто хочет, чтобы не сильно сухая была, просить, чтобы больше соуса. Да? Угу. Вот мне не хватает соуса. Вот, ну я знаю одно. После вот этой шаурмы будет сушить так, я уже чувствую. Я уже хочу пить. Я ее еще не делаю, но я уже хочу пить. Ну, убираю. Ветер такой, что поснимай, подбери это. Пыль такая, ветер. Но нам. Но мы стоим, пыль сюда не летит. Она мимо. В общем, едем уже, уехали с того места, хотим как бы сделать вывод какой-то. Ну, в общем, нормально вроде. Нам все равно напрашивается сравнение с шаурмой, которая возле нашего дома, у Исама. Поэтому мы, пока мы, как говорится, от нее не отвыкнем. Все вкусно, любая шаурма вкусная. Нет, не любая. Не знаю даже, что сказать. Понимаете, вот как давай можно, так. Ну съедобная, она вся съедобная. Давай но так. Вот но мне сюда, вот я не буду думать об этом месте, меня сюда тянуть не будет. Баллов, да? Меня сюда тянуть не да. будет, вот. Вот. Есть места, где ты поел, и ты помнишь. Вот я даже скажу так, на 23-м, я даже и то пока на втором месте. О, да, на 23-м. Понимаешь? Поэтому я буду судить так. Второй раз, возвращаться я пока сюда не буду. Здесь, попробовали. Рядом попробуй. Попробовали. И все.